Звенигород по праву считается жемчужиной Подмосковья, но мало кто знает, что именно здесь добывается самая настоящая минеральная вода. Скважина находится на глубине 410 метров и располагается на территории санатория Звенигородский, санаторно-курортного комплекса Подмосковья Министерства обороны. Давайте больше узнаем о полезных свойствах этой воды и попробуем ее. Питьевой бювет работает строго по часам. Три раза в день пациенты могут прийти за полезной водой. Наш бювет мы считаем жемчужиной нашего санатория, потому что минеральная вода действительно уникальна. По своему составу она является слабо минерализованной, сульфидно-кальциево-магниевой. И именно от состава зависит ее лечебное свойство. Врачи советуют употреблять минеральную воду за 15 минут до еды и не набирать впрок. Посетители строго соблюдают все правила и уже с первых дней приема чувствуют оздоровительный эффект. Показанием для назначения нашей воды являются все заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и заболевания обмена веществ. 11 лет Ализаде Абасов приезжает в Звенигородский санаторий. Одна из основных причин такого выбора – наличие здесь минеральной воды. И таких пациентов немало. Будьте здоровы! Будьте здоровы. Вода исключительная. Скважина находится на территории санатория уже больше полувека. За эти годы тысячи пациентов успели на себе ощутить полезные свойства сульфатно-магниевой воды. Мы не стали исключением. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Ну что, пробуем? Интересный вкус. Вам стоит это попробовать.